Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня интересное видео. Мне самому интересно, сколько же надо ИКГшек, сколько у меня КГшек уйдет для прокачки. Ни прорывов там. Хотя, в принципе, какие КГшки на прорыв, что я тут рассказываю. Для прокачки скинов. Мы будем сегодня качать максималку скинам, которым только можно. Заодно и посмотрим, сколько чего уходит, сколько уйдет. Вот у меня сейчас 1274 силы. Сколько мы силы наберем? Я не знаю, там у меня дофигища разных скинов. Сейчас будем смотреть. Так, давайте сделаем ровненькое число. КГшка. Так, 374 тысячи надо нам забрать. Так, это будет долго. Так, итого у нас осталось 65 миллионов КГшек. Скинов у меня дофигища. Есть разные скины, я давно их копил. Некоторых скинов я не добирал, потому что бессмысленно. Но они сделали 20-е скины. И некоторые скины нам придется копить опять. Некоторые скины открывать. Кстати, давайте посмотрим по этому. По плюхам. Это я это не открыл. Бум, отлично. По мешкам. Где есть еще какие скины? Так, тут скин на Асу 2 и на Махатму. Рогатка и Бугич. Короче, я хрен их всех запомню. Хотя бы частично. Сейчас пооткрываем, половим. Такс. Окей. Не знаю, дофига у нас на это все уйдет. Так. Смотрим, что у нас такого интересного есть. Махатма хватает, Асура хватает. В принципе, рогатки хватает, Бугича хватает. Так, надо будет 320 немножко этих открыть. Это получается пятые. Все остальные вроде норм. Ну, последних тут однозначно не будет хватать. Так, давайте пооткрываем. Видите, плохо отсюда нельзя зайти, посмотреть, сколько чего есть. Так, на свалено на этого отставим. На Космо, думаю, есть. Чем, блин, дохренище всего надо пооткрывать. Давайте немножко этих докачаем еще. Так, окей, ладно. В общем, поехали. 1274 и 65 миллионов. Посмотрим, сколько у нас чего уйдет по скинам. Кстати, вообще, я только забрал, их даже не качал. Тут мы можем докачать. Сколько, интересно, у нас на все КГшек уйдет. Нормально силушка прибавляется. Все, он уже последний. Тут у нас нету скинов еще. Так, 640. Вот, допустим, даже 640 возьмем сейчас. Нам их не хватит, мне кажется. Да, 95, надо намного больше. Я хз, тогда опять надо будет дротить за скинами, искать их, чтобы до 20-ки докачать. Потому что качать реально дофигища надо будет всего. 680. 780 получается надо где-то. Офигеть. Статки, конечно, неплохие. Вот 690, видите, не хватает. Сейчас посмотрим, сколько максимум мы прикачаем. Да. Печаль, печаль, конечно. Ну, хорошо, хоть это есть.
Считайте, полностью все скины надо добирать. О, эти IGG. Просто офигеть. Ну, хоть Ронина на 20-ку прокачали. Все, что ли, да? Ну, это не может быть все. Они перекидываются просто с одного на другого. Так, 1160. Зефир, кстати, тоже, видите, не до максималки. Но нормально, кстати, прибавки дает. Оно по чуть-чуть, но я вам скажу, прибавка по статам от каждого скина просто обалденнейшая будет. Так, командорка. Землеройка. Ну, космища у нас, ребят, хватает. Это реально радует, что на космо у нас скинов хватает. Так. Надо так выходить. Розы тоже дофигища. Так, этого надо будет еще открывать. Тут не хватает. 40 надо будет на Plant Warrior подкрывать. Видите, со старых скинов, где мы открывали их, нормально этот. Я даже не собирал дальше, поленился. Так, рогатка. Рогатка и Plant Warrior надо будет еще пооткрывать. Так, Бубича. Этого скина хватает. Старенького. Пахат мы тоже, в принципе, хватает. Нормально, кстати, прибавка силы. Плюс 4К уже добавили. Отлично. Видите, 700. Короче, 800 надо до фула стареньких скинов еще. Так, ну тут тоже нам, по идее, должно хватить. Теперь опять придется в поисках скинов искать. Да, блин, IGG. Нашли, как нас развести опять на скины. Блин, нафига было эти 20-е прокачки делать? Я вот не понимаю. Люди тут 10-х еще бездоны не качали, тут уже 20-е пооткрывали. Мне интересно, сколько у нас на это кагашек уйдет сейчас. Эти прокачки, ну понятно, на таких серваках, как этот, как Ангел, ковяшки никто не считает, но на других серваках это тоже, это проблемка, довольно таки не маленькая проблема. Так, тут у нас будет фул. Этого тоже, кстати, на фул. Старые скины, кстати, вот старые скины обычных героев, их очень редко продают. Последние, вот последних дофигища. Хотя вот посмотрите, ворожаем мы тоже не докачаем. Кто знал? Они еще и вторые скины повводили. Ну, я не знаю, что-то странно. Почему нельзя ввести скины на старых героев? Чтобы хоть какой-то выбор был. Они тупо на новых заводят. Ну, тут, по-моему, уже все. Дальше мы двигаться не можем. Этого я тоже не выбивал, кстати. Так, а этот есть. Не, все-таки не все еще. Новую фугу мы прокачали.
Все, а те уже максималки пошли. Интересно, сколько у меня максимальных скинов будет. С вами посчитаем. Не так уж и много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 16 героев всего. А сколько еще надо качать? Посмотрите. Просто жесть. Короче, полный пипец, ребят. Так, окей. Новые итемы начали продавать. Вот даже если так посмотреть, что у нас сегодня. Это мы ролили. Кстати, надо доролить 20к, забрать 7 героев. Что им дарить? Раз, двас, трис. Ни одной леги, но зато 20к забрали. Так, здесь скинул, нету никаких интересных. Сейчас посмотрим, еще докачаем. Так, забрали. Докачаем еще с того, что у нас есть по героям. Так, эти у нас на максималке. Рогатки нам не хватает, да? Немножко рогатки сейчас откроем. Отсюда, кстати, скины не тоже так не очень особо и падают. Так, поехали посмотрим, что у нас там по рогатке. Я думал, они будут перемещаться хотя бы вперед. Так, сюда надо 40 скинов на рогатку. На рогатку мы даже больше уже открыли. Так, хорошо, с рогаткой разобрались. Теперь идем. Я думаю, они сейчас будут скоро продавать очень выгодно. Дофигища скинов. Да, ну это, конечно, жесть. Так, Plant Warrior. Нам надо тоже 40 штучек, 20. Все, с Plant Warrior разобрались. Это были у нас пятые, да? У нас скину нет. Стена космика этих мы дофигища в свое время открыли дофига. Эти тоже все прокачаны, мы их открывали. Свалена тоже хватает. Так, это с подарков у нас что-то осталось. Зефира нам надо будет тоже докачать. Ну, в принципе, вроде и все. Тут у нас только осколки падают. Поехали, еще доделаем это. И посмотрим, в идеале, сколько у нас чего получилось. Так, Plant Warrior. Сколько мы затратили уже? Это я его уже потерял. Такс, итого, качнули мы приблизительно 7800 силы. Нехило так, нехилая прибавка, учитывая топ. 7800 силы, это реально отскинув дофига, но мы прокачали далеко даже не половину. По КГшкам нормально так потратили, было 65 миллионов, 2,8 ляма, ребят. Нет, 1,8. 1,8 мы потратили, 1,8 ляма кгшек. Офигеть. Просто 1,8 ляма, вот так вот без доната. Вдумайтесь, сколько вам копить. Ну реально, сейчас, конечно, попроще копить кгшки, но все равно 1,8 ляма, это просто пипец. За 7 косилы, там, ну 8 почти. Это, конечно, жесть. Офигеть.
Вот IGG придумала нам такую вот новую заморочку, даже не знаю. В общем, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ну, реально, это просто жесткие затраты, как по мне. Понятно, без доната не прокачают, а донатом тоже не всем возможность будет прокачать тех, кто постепенно забирал, и как я, допустим, там копил эти скины, то они смогут сейчас немножко еще больше силы поднять, подняться в топе. А у кого нету, то, конечно, печаль. Особенно печально по старым скинам. Их сложновато достать. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.